Всех приветствую на канале Михо. В этом видео расскажу, как быстро получить песни «Резонанса» и «Лесную балладу». Начать придется с песни «Резонанса», у нас же другого варианта нет. Песню «Резонанса» можно купить за 10 древних амулетов на круизном лайнере. На лайнер можно попасть в любое время, NPC доступен любому желающему, а вот древние амулеты получить достаточно сложно. Древние амулеты выдаются в награду за ежедневные и еженедельные задания, но одно ежедневное задание вы можете выполнить только в субботу, и оно не всегда выполняется, еженедельное задание тоже не самое простое, поэтому единственный способ быстро на фарме древние амулеты – это плавать по морю, искать разрушенные корабли и с некоторым шансом получать эти самые древние амулеты с них. Если очень повезет, то за 2-3-4 часа вы сможете нафармить 10 штук. Но прежде чем мы пойдем искать эти корабли, необходимо обзавестись вот этим матросом, который вы видите на видео. Это матрос второго уровня, который позволяет вам получить больше наград с этих самых кораблей. Итак, матрос готов, выплыли на корабле и идем искать эти самые затонувшие корабли. На данный момент древние амулеты нужны всем, поэтому корабли редко вы сможете встретить. Какие есть советы? Плывите туда, где большое скопление различных синих значков. Подводные сокровища, водолазание, там рыбы. И меняйте каналы. Смотрите, если какой-то корабль появляется, сразу подплывайте, взрывайте камни, заходите, фармите, пытайтесь выбить древние амулеты. Надеюсь, вам повезет. И таким макаром проверяйте все 10 каналов. Потом приплывите на другое место и снова проверяйте. Такие советы, как уплывите куда-то на север или в какие-то там тяжелые, опасные воды, и там никто не ходит, ребят. Сейчас абсолютно все ходят, это старт сервера, всем нужны древние амулеты, всем нужны песни, поэтому ищите большие скопления. И, например, вот сегодня я отплывал от Лютерана, чуть-чуть отплыл, поменял там на 4-й канал, у меня было 5 кораблей стояло, но мне уже древние амулеты не нужны, у меня не было нужного матроса, поэтому большинство игроков, наоборот, сейчас скопилось где-то по периметру всей карты, она в центре никого нет, поэтому пробуйте разные варианты и, возможно, вам повезет с большим количеством кораблей. После того, как вы соберете 10 древних амулетов, можете снова плыть на круизный лайнер и покупать песню «Резонанса». Теперь она у нас есть. Дальше наш путь лежит на остров Колыбельный. Возможно, здесь должно быть еще какое-то слово, но его нет. В любом случае, мы отправляемся туда, и попасть на этот остров можно только в определенное время, когда начинается время события. Вы события все можете увидеть в левом верхнем углу, соответственно, подплываете к острову, куда показано, ждете, когда он появится, заходите, и дальше я сейчас расскажу, что надо делать. Чтобы получить песню, необходимо выполнить фиолетовое задание до 2-го или 3-го пункта. Мы его берем, и нам необходимо найти Пикси и с ней поговорить. Первый диалог надо выполнить таким образом, как видите на экране. Первый диалог простой, а вот второй намного сложнее. Придется правильно выбрать строчки, которые вы нажимаете. Если вы неправильно сделали, вы начинаете все сначала без возможности вернуться к последнему шагу. То есть смотрите на видео, как я сделал. У меня получилось не с первого раза, и, соответственно, просто повторяйте. После второго разговора с Пикси вам придется 3-й раз ее найти, снова с ней поговорить, также нажимайте, выбирайте те пункты, которые выбрал я, чтобы не было проблем. Ну, по крайней мере, я думаю, у всех будет одинаково, так что нажимайте, как я, и у вас будет все хорошо. После успешного 3-го разговора вас отправят на правую часть острова получить «Голос леса» 3 штуки, и как раз там нам понадобится песня «Резонанса». Поскольку я много раз ошибался при выборе диалогов, я не успел на самое открытие этой самой пещеры, очень много людей зашло, многие сделали по 2 или даже, может быть, 3 песни, и, соответственно, я чуть-чуть не успел сыграть свою. Если же вы заходите со всеми, то в любом случае один раз вы успеваете сыграть, и вам надо так 3 раза зайти, то есть получается 3 раза посетить события. За одно событие нельзя получить 3 голоса леса. По итогу вы когда-нибудь нафармите эти 3 самых голоса леса, это можно сделать буквально за 4-5 часов подряд, если не брать древние амулеты, и получите лесную балладу, когда сдадите квест. Вроде бы все просто, и думаю, каждый сможет себе получить в течение 2-3 дней. Спасибо за просмотр, надеюсь, видео было полезное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет еще много новых видео по Lost Ark. Всем пока!